Ну, друзья, 10-е видео за день про вот такой вот интересный маленький конструктор. Фух, я думаю, вы уже все устали от этих бесконечных роликов. По-моему, 3 из них я снимаю сегодня, ну или сколько там, 4, не знаю. Короче, все, ну, большинство, мне кажется, я снимал еще на неделе, короче, я уже не считаю, когда я что снимал. Давайте я покажу, как работает. Здесь есть 2 режима, без музычки и подсветки, и с музычкой, и с подсветкой. Давайте музычку и подсветку включим. Прикольно! Ну, я думаю, такой прикольный конструктор. Подарил его брату на день рождения, у него недавно было. Ну, вот, нам нравится. Прикольно в него играть. 800 рублей всего лишь стоил. Ну, и всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока-пока.